Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня расскажу о янтарной кислоте. Расскажу, в чем ее преимущество, в какие специфика и особенности, и почему стоит обратить на это внимание. Очень часто пишут в сообщениях о том, что подскажите, что-то такое натуральное, универсальное, хорошее, чтобы помогало, получается, при остаточных явлениях различных заболеваний, чтобы в то же время помогало без какой-либо патологии для улучшения памяти, концентрации внимания, чтобы это был какой-то вот такой стимулятор энергии и еще и против стресса. То есть мы хотим все сразу, чтобы оно было натуральное, чтобы было отличное и хорошее. Вот. Немножко в рамках вот этой темы мы начнем такую вот серию роликов, которая будет направлена на такую работу. То есть это в целом такие вот группы препаратов ноотропные, метаболические, сосудистые и прочее-прочее. Вот. Из этого раздела у нас первое, на что хочу обратить ваше внимание, и объясню, почему это янтарная кислота. Янтарная кислота, она стимулирует аэробный гликолиз и стимулирует вот такой вот клеточный синтез АТФ. Сложные слова, в целом это получается энергия. Вот то, что вы должны запомнить и понять, вот огромный такой источник энергии. Также улучшает вот такое дыхание ткани, если можно так, ну, объясниться. Не буду уходить в какие-то сильные такие подробности механизмов действия и сложные какие-то эти вот, с целью, чтобы это было понятно всем вам. Обладает такой высокой биодоступностью, то есть неплохо усваивается. Натуральный компонент и в целом получается распадается до двуокиси углерода и воды в организме. Поэтому в целом вообще ничего такого вредного для нашего организма. Ну и обращаем внимание, почему в целом и когда назначается. Это такие вот уже последствия и остаточные явления инфаркта мозга. Чтобы вы понимали, это инсульты, это дисциркуляторные дальнейшие, вот ишемические вот эти цереброваскулярные заболевания. При той же получается неврастении, то есть когда есть тревожность, такая определенная уже раздражительность, агрессивность и прочее-прочее. Лечение последствий черепно-мозговой травмы, вегетососудистых нарушений, что тоже очень важно, потому что очень часто обращаются без наличия какой-либо патологии, и в целом тоже нужна помощь. Особенно, когда есть еще и чудо-таблеточка, это очень важно. Поэтому это будет тоже таким одним из преимуществ. Когнитивные расстройства. И здесь у нас это умственные расстройства. Здесь у нас любят и как биологическую активную добавку, и как лекарственный, получается, препарат студенты. Любят наши школьники, вот, огромной такой популярностью и хорошими отзывами. На что еще хотел обратить внимание, в тех случаях, когда пациент длительно с какой-либо интоксикацией, алкогольной в том числе, это препарат выбора, потому что действительно вот в этих случаях довольно-таки эффективно помогает, обладает вот такой спецификой дезинтоксикации. Как специфика еще получается в тех случаях, когда человек находится в длительных каких-то стрессовых ситуациях, различных нагрузках и прочих-прочих состояниях вот роста, как та же биологически активная добавка, довольно-таки эффективная и хорошо помогает. Ну, как принимать, я не называю препаратов, поэтому в целом, чтобы не поддерживать рекламу, в целом получается у нас либо по одной таблетке 3 раза в день, либо по 2 таблетки 2 раза в день. Тоже самолечением не занимайтесь, обратитесь к специалисту. На что стоит обратить внимание и что может сыграть такую вот злую шутку самолечение? Во-первых, дети до 18 лет не рекомендуется, потому что до конца не изучено, не доказано и вообще с осторожностью.
Если у вас есть изменения желудочно-кишечного тракта, это всевозможные гастриты, язвы и прочее. Поэтому при пить ее не менее чем за 30 минут до еды. Это тоже. Будьте внимательны, осторожны. Действительно, иногда наблюдается непереносимость, и назначаете препараты. Я сам с этим сталкивался. Вот 90% переносит хорошо, где-то какой-то один выдаст аллергическую реакцию. Поэтому такое бывает. Не занимайтесь самолечением. Будьте очень внимательны, особенно когда вот возрастные люди с проблемами давления. Тут нужно будет корректировать дозировочку препаратов от давления. Следить нужно будет за сахаром крови у тех, у кого сопутствующее заболевание сахарный диабет. Не влияет на вождение авто, поэтому каких-то таких вот ограничений для там, таких специальностей, как водитель и что-нибудь такое ответственное, в целом не как таковых, поэтому все нормально. Не наблюдал передозировок, что тоже как бы огромное такое преимущество. Поэтому будьте очень внимательны, потому что усиливает действие антидепрессантов, противосудорожных препаратов. Те, у кого сопутствующие заболевания, болезнь Паркинсона, используют эти группы препаратов для лечения. Не занимайтесь самолечением. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Всем удачи, встретимся в следующем ролике.